лежи себе. Лежал и лежи. Чего вскочил? Что ты? Включил я камеру, да, услышал он. И сразу же активность проявлять. Ой, ой, а звуков-то столько. Звукоиздающий механизм. Этот мастик. Конечно, когда жарко, пускаем их на охлаждение, в доме они находятся. Потому что в такое пекло. Сейчас вот середина дня. А, сейчас покажу, сколько там на улице и в доме. На улице уже 37, а в доме 25. Приходится их запускать. Так, что ты вокруг меня ходишь? Ложись и лежи. Как Вика говорит, шароебишься. Ну а что ты такого? От слова шар. Что я не то сказал? Шароводишься. А, шароводишься. А я как сказал? Надо вырезать. Вот он тебе места не находит. Ну тебя пригласили, там жарко. Ложись и лежи. Что ты ходишь? Что ты вокруг моих ног ходишь, знаете? Что ты круги нарезаешь? То влево, то вправо. И все вот ближе к холодильнику, к холодильнику, к холодильнику. Так, дам тебе сейчас. Тут же в холодильнике успокоительные таблетки. Он же не может заснуть без таблеток. Специально врач ему прописал таблетки. И вот он, все, хозяин, пока ты мне не дашь таблетку сонную, я спать не собираюсь. Все, пошли, пошли, давай, ложись. Где тут остальные? Вот он еще лежит. Вот прыжок. Прыжок. Жук. Жук. Жучара ты. Жорка. Ну ты еще тот жучара, а? Тихорька так прижался, вдавился. Ложись рядышком в корзинку. С жаресиком. Конечно, тут вот под сплитом лежит. Спасается от жары. Сейчас полежит. Другого пригласил. А как же другие там спасаются от жары? Пошли проверим. Пойдем, Марсик, пошли. Получил же таблетку. Я же тебе дал таблетку, чтобы ты спал. Ну, где другие? Вот она, Мирка. А остальные где? Вот он тут купальные принадлежности. Они вон где, под машиной. Там, во-первых, на бетоне, во-вторых, как бы машина создает тень, и там немножко продувается немножко. Они любят под машиной лежать. А Лерик всегда вот в этом углу. Почему в этом углу? Объясню. Здесь стоит сплит. Со сплита обычно всегда стекает водичка. Прям в тот угол. И эта водичка, она охлаждает этот угол. Он знает, где отдыхать. Вот это его любимое место. Ну что, Лерочек, буду тебя обливать. Сад, ты, вижу, тебе тяжело.
дышишь. Брать его за шкуру, он сразу бежать, пищать начинает. Это не французские бульдоги. А. Обливать приходится. Отходи. Ну, держись, Лерочек. Вот так. Вот. Все. Убежал. Ну, зато облитый. Зато я его облил. Ну, спас немножечко. Ну, а как же. Теперь угол стал этот прохладненьким. Сейчас сюда пойдут другие. Водичка полилась. Сейчас налью свежей. Потом я ее веником по полу раздербаню, размету, и в гараже будет прохладней. Ой, а у нас тут, гляньте, кто, видите? Ну-ка, как ты попался? Ах ты, это Борькины внуки. Помните у нас Борька? Отходи, вот он. Иди, да, живи. Залез, воды тоже попить хотел. Всем жарко. Вот они сюда и лезут, к воде. Дождя уже давно нету. Языки повысовывали. Ну, в доме ходят, водой обливают. Все меры предпринимаю для того, чтобы спасти их от жары. Свежую водичку ставлю. Отходите. А ты тут сидишь. Из дома ушел. Сейчас воду вот эту размету по гаражу. Полы охлаждятся. И будет хорошо. Ну, а когда уже перегрев допускает такой, знаете, как бы предел допустимого, ну, называется, вот так берем за шкирняк и тащим к воде. Отходите. Вот так. Это уже. Давай. Сиди. Куда ты уходишь? Конечно, после такого охлаждения в дом мы их не пускаем. Ну, сейчас будет обсыхать. В общем, всех по-разному. Кто-то на розовых подушках лежит, кто-то вот душ принимает. Лерочек, ну что тебе, нормально? Тут я тебе хоть могу и шлангом облить. Ты он сухой. Отходите отсюда. Идите отсюда. Я тебе сейчас водичкой оболью шланг. А в шланге вода кипяток. Поэтому я сначала ее солью. Горячая идет. Здесь вот намочим ступеньки. Сейчас, Лерик, еще кипяток. Я пробую локтем. А то пишет мне: вот вы, Лирика,
обливаете водой. Вас бы так, вот вы лежали бы в кровати, бы вас бы облили бы холодной водой. Во-первых, это не холодная, а горячая вода. Во-вторых, если жарко, то я буду только рад, если меня обольют. Ну, смотрите, что Лирик, разве он испытывает какие-то... Убежал бы уже давно, если бы дискомфорт какой-то испытывал бы. А вот ему-то жарко. А есть такие, знаете, вот сердобольные подписчики, которым жалко не Лирика, а жалко, наверное, себя, что это не их обливает. И они говорят, вот, зачем вы собак травмируете водой? Ну, типа того, что они не любят воду, а вы их... Кто не любит? Лирочек, ну-ка покажи свое личико. Ты не любишь воду? Убежал бы уже давно бы. Он же не привязан, не на цепи. А здесь такую шкуру промочить. В сад мы сейчас не ходим. Все, охладил. Мирка сама купается в корытах. Рада тоже сама. Марсик нет. О, Лерочек. Ну вот, теперь сиди, обсыхай. Лучше тебе стало. А эти вон пошли туда, на лужайку. Это у них тут любимая лужайка. Знаете почему? Мы сюда выкидываем из-под компота. Ну вот эти жабурения их называют. Что остается, знаете? Ну там всякое. И вот они. Ой, подожди, а что это такое? Стоп, 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 стоп. Ой, а что это такое? Уйди, уйди. Боже ты мой. Ой-ой-ой. Это что-то вообще непонятно. Это что-то было. Не пойму. О, вот это я пришел. Что же это? Курица, не курица. Даже не представляю, что это было. Утка, наверное, была. Ну, сюда. Здесь ракета сгорит. А ну, идите оттуда. Это, значит, что-то... Кто-то прилетел. Уйдите отсюда. Дохлятинки же нам надо. И вот здесь сюда притащили. Иди отсюда, иди оттуда. Уходите отсюда. Все, убрал. Ну вот, видите. Еще одна новость. Пошли сюда со мной. Марсик, Марсик. Марсик кому сказал? Сейчас притащу воду и оболью тебе. Утка, похоже, или утка. На курицу не похоже. Но где-то что-то ни перьев нету, ничего. Что-то вообще такое. У нас вечно какие-нибудь приключения. Что-нибудь да происходит. Но обычно мы туда компот выливаем под эти тульки. А сегодня, видите, что нашли. Да, может быть, утка перелетела через забор, а может быть, просто кто-то перекинул через забор, они притащили. Ну, что гадать, ну, забрал вовремя. Мясо как будто бы свежее, еще вот, видите, кров. Поэтому не дохлятина, а что-то такое свежее. Идите сюда, быстрее. Ну, я пошел, помою руки. Бегом сюда, Марсик. Колбасу буду давать. Быстро. Бегом. Колбасу. Кто первый придет, тот получит колбасу. Иди, занимай очередь. Ты первая. Так, второй. Ты вторая. Марсик, ты третий на получение колбасы. Сейчас принесу. Буду угощать. А кто сидит на розовых подушках,
тот не получит колбасы. Ну, дождались? Компенсацию вам. Лирик! Лирик! Успел? Молодец! Видели, как клацнула челюсть Марсика? Так, а кому? Радочки еще не было. Радочка на тебе. Ага. Все. Ну, земляне, остался один кусочек. Ну, вы же знаете, что Джерик не будет его есть. Ой. Все вы знаете. Ну, у нас справедливость. Но он же не виноват, что его хозяюшка любит больше, чем остальных собачек. Он же не виноват. И ему, конечно. Ну что он? Ну любимчик он. Ну что поделаешь? Ты просто самый продуманный, да, Жаросинка? Самый продуманный, она говорит. Она его оправдывает, свою собачку. Ну лежит, да. Ну ладно, давай. Лежи, так и быть. Все. Вот так мы спасаемся от жары. Кто где и как. Каждый по-своему. Ну, а я отнесу пустую тарелочку, чашечку или блюдечко. Надо еще правильно называть, а тут же начнут меня поправлять. Скажут, ты что, блюдце с тарелками портишь, путаешь. Ну, а себе, земляне, я возьму тютинки, вот, и съем. Показал я Виктории видео, вот это вот. Это... А потом я еще одел очки, заглянул туда. Это утка. Ну, а потом я вот зажег, думаю, пусть горит, потому что мухи сразу же налетели, черные, большие. А я так скажу, что у нас на крыше живет ласка. Я часто слышу, как она там лазит. И, видимо, она эту утку задрала, притащила, а собаки у нее отняли. Потому что ночью, Вика говорит, очень сильно лаяли собаки вот в том месте. Мы думали, что они... Ну, там к забору обычно ходят кошки, там собаки соседские, они на них реагировали. Нет, они, значит, эту ласку увидели, отняли у нее вот эту утку, и она убежала. Она у нас живет на крыше. Мы когда 5 уточек заводили, решили, что это Жорик, ну, им лапки откусывают, а оказалось, что это ласка. Ой, ну а я пока в виде отвлечения вот подошел. Гибискус у нас зацвел, видите? Ну а я пока занимаюсь кремацией, сжигаю остатки вот этого существа. Хорошо, что есть такое средство. За эту не взяться. Поверьте, что там сгорит все, что можно. Спасибо вам, что вы такие защитники, видишь, побеспокоились. Это Мирочка все, она, если что в доме не так, тут же проявляет активность, дает сигнал, она у нас защитница стопроцентная.